лица дарите, покуда они еще не высохли. Спасибо. Ну, вот это самое, давай, по яблочку, я буду это самое. Спасибо. Подгорело, так что как середина лет. Не, ну объемный, это не страшно. Дала такая вот волна, блин, ветрила, я перекрестился. Понимаешь, если бы нас на там, на центре захватил. И целая икона. Так, так, кепку мы не будем. Теперь понял, тут чтобы молоко, да, чтобы не утопить. Пониже держи, вот так, да, правой под струю. Так, оно давай. Холодно. Ты понимаешь, мысля такая, как это, скорее всего, ну, видишь. Максиму Богдановичу вот выходил сборник. Кажется, это она. Она способствовала, дала деньги. Пошепшина. Шепо. А здесь прямо 37 метров. Вот тот. 27 метров. Место, где там уже будет полная темнота. Асфальт теплый. Очень. Неописуемое. Самое большое, мне кажется, Вяхово больше. А? Дальняя точка достигнута. А что будем делать дальше, сейчас покажет. Ну. Здрасте. А насколько близко можно подойти без угрозы для здоровья? Смотрю. Право проедешь там, ну. И поворот. Они сказали через Березнячок, потом лес и закончится и на левую дорогу уходит. Дорога, да, на левую, ну вниз такое спускаться. А вода холодная или нет? Теплая. Доброе утро. Вот так вот. Здесь нет. Иди туда, иди по...
Да кто вам отдаст? Да ноги болят, Миш! Вот чем они болят? То, вот сейчас. Сейчас должно быть падение и голые ноги грязные. Так, ладно, падение. Хватит карты. Сук, Настя. Майку. Все нормально. Вообще ничего не говорит. Нам покуда везет. Сейчас послушайте меня очень внимательно. Идите по дороге прямо. Прямо по дороге. Вот такая вот она, девочка Кеплин. Трохи дурноватая, так ничего. Приехали чая с медом попить, да, а ты говоришь, меда нет. Мед есть, так это самое, тут дачники продают. Ну дороговато. Во! Я, наверное, и супер ставить не буду, а нахрена мне этот супер? Или только переключай, да и все. Варя. Служебная сторожевая свинья. Сторожевая свинья. Да, чужих боится. О, Атос, Портос и Д'Артаньян. Это чай не пил какая-то. Ку-ку, собака. А это Настя готовит чай. Надо было, я думал, что сломался тоже, да? О, животик погладить надо. Пошкрабать надо. Да, после того. Варя. О, я хочу дальше!